За 2017 год через границу на Брещине проехало порядка 3 700 000 транспортных средств, что на 18% больше, чем за 2016. Сотрудниками было выдано около 450 000 разрешений на таможенный транзит. Здесь тоже рост и тоже на без малого 20%. На 14% выросло количество физических лиц, которые пересекли пункты пропуска. Цифра 2017-го – 8 миллионов 300 тысяч человек. Неудивительно, что вопросы пропускной способности и ее увеличения находились и находятся в центре особого внимания. Выполнен с превышением и план по исполнению доходной части республиканского бюджета. Прогнозные показатели были брестской таможни выполнены на 111%. Бюджет поступило порядка 500 миллионов рублей. Это на 20% больше, чем в предыдущем году. Пресечение правонарушений и преступлений – еще одно из приоритетных направлений деятельности таможни. 2017 год оказался богат на попытки граждан нарушить закон в сфере таможенного законодательства. 96 уголовных дел было возбуждено Брестской таможней по деяниям, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Это в два раза фактически больше, чем за весь 2016 год. Более 6800 правонарушений административных было выявлено сотрудниками таможни. В бюджет поступило более 20 миллионов от стоимости товаров, задержанных и изъятых по этим протоколам. За минувший год на границе было изъято более 300 килограмм наркотических и психотропных веществ. Пресечено 18 попыток провоза огнестрельного оружия и боеприпасов. Более 300 изделий, имеющих историко-культурную ценность, которые пытались провести незаконно, также были обнаружены и изъяты. Окончательные итоги года будут подведены совсем скоро на коллегии Государственного таможенного комитета. Однако уже сегодня можно смело говорить, Брестская таможня в числе лидеров в стране. Но это, по словам специалистов ведомства, не повод для ослабления усилий. Интенсивная работа по всем направлениям будет иметь продолжение. Если говорить о задачах, то, конечно же, основная задача – это выполнение прогнозных показателей на этот год, над чем мы будем работать. Ну а результаты работы, они будут зависеть как от работы, слаженной всех подразделений таможни, так и от каждого сотрудника в частности. Анастасия Стропко, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.